Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос дети». Максим Галкин высказался по поводу пересъемки финала «Голос дети». Напомним, итоги первого финала были аннулированы, поскольку зрителей не устроила победа Микелы Абрамовой. Впоследствии подтвердилось, что высокие баллы для дочери Алсу были искусственно накручены. По словам Галкина, он полностью одобряет результаты повторного финала «Голос дети». Об этом шоумен заявил в своем инстаграме. И я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Считаю, что речь, которую сказал Константин Эрнст, это единственно правильные слова в этом случае, отметил Галкин. Напомним, Первый канал решил выйти из конфликтной ситуации, сделав победителями всех финалистов конкурса, в том числе и Микелу Абрамову. Но если Галкину это решение показалось справедливым, многих зрителей разочаровал такой исход. Ранее артиста возмутила победа дочери Алсу в финале «Голос дети». Галкин заявил, что никогда не пустит своих детей участвовать в этом проекте. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!